Congratulations. Another very impressive victory for you tonight. How do you feel about the fight tonight? Шавкат, поздравляем тебя с очередной яркой победой. Как ты себя чувствуешь сегодня вечером? Спасибо за поздравления. Я чувствую себя прекрасно, когда выигрываешь. Почему бы ты когда выигрываешь, ты всегда радостный, можно сказать. So thank you for congrats, and of course, when you win the victory, you can always why not to be happy. So I'm happy today, tonight. Yeah, thank you. I think we both we thought this was going to be an exciting fight because both of you guys are very exciting fighters. Did it play out the way you thought it would play out? Вы оба такие спортсмены, которые заставили всех, привлекать себе внимание. И бой состоялся вот таким образом. Ты как готовился к такому повороту? Конечно, я готовился. Я готовился не то что в стойке, я во всех аспектах готовился к этому сопернику. Он был, конечно, опасный соперник. У него тоже два боя досрочно выиграл. За это я его бои смотрел, что где у него сильные стороны, я знал, что я намного его лучше, потому что я, когда в залах топами бойцами работаю, я себя чувствую уверенно чувствую. Вот так. So absolutely, he is a hard opponent, and he have two wins also, and I tried to do all my best, but you know, when you prepare so hard as me, it means like in the best gyms in the world. With the tough sparring partners, so I know that I'll a bit better than him. So I just show it today. You're so exciting. I'm curious, does your team ever stress to you, defense, patience, don't be so wild, or do they tell you, no, this is your style, do that? Сегодня твоя команда за тебя как-то переживала и говорили, сохраняй спокойствие, или наоборот, вперед иди, или просто оставайся сам собой. Как ты сегодня повел себя именно? Команда, конечно, здесь Генри Хоофт свое дело знает, он меня настроил, как надо. Говорил, чем твой соперник, ты намного сильнее, ты намного лучше, я вижу, что ты хороший. Он настраивал меня, в принципе, все команды настраивал. Казахстана звонили, мой тренер лично, сам Баян Зангалов, у меня с дома, он меня уже начал настраивать. So, of course, the team always nervous about my fight because they know I'm going like my fight's going like this, to finish. So, but on my back is a specialist that has Henry Hooft and my teammates. And my coaches from Kazakhstan, they called me, so I feel it. And Henry said today, you're better, just go do it yourself, you deal, that's it. Да, мы по плану работали, дядя Баян Маратович, мой личный тренер, и Генри Хоофт, два моих тренера, получается, вот их результат. Как зовут тренера? Баян Маратович Зангалов. So yeah, so today we worked. Tonight we worked. I worked as Henry's strategy and my own coach Bayan Maratovich. So it works. Very nice. Undefeated record, all finishes. What do you feel like you deserve next? Is it ranked opponents? What's next for you? Ну что, 15-0, все досрочно. Что ты думаешь? Ты готов сейчас сразу вызов бросить кому-то из топовых соперников? Я готов, без разницы, топ-10, топ-15, кого дадут, я с ним подерусь, я не хочу сейчас кого-то сказать. Если даже не топ-15 дадут мне, пускай дадут Мишеля Перейра, он очень интересный и активно хороший боец. Недавно нашего клуба Сэнфорда Андрей выиграл, я готов к нему как шоу показать и свой уровень хочу показать, как это делать. Absolutely, I'm ready for tough because I'm working on this, and I'm working hard, and I don't care who is the opponent, top 10 or top 15. But if you asking about who, let's give me Michel Pereira. He fought with my teammate Andre Fiale, so I want to fight with him as well. Very nice, great call out there. I guess last question for me. We don't know who it'll be, but when would you like to fight again? Are you hoping to fight soon? Do you need some time back home? When would you like to fight? Мы понимаем, конечно, сейчас у тебя победа, ты вернешься домой, немножко время пройдет, но когда планируешь провести свой следующий поединок? Я, наверное, летом проведу. Я пока точно не могу сказать, где, как сейчас. Домой поеду, получается, пообщаюсь с своим командой, своим тренером, как они думают насчет этого. Будем торопиться или какой-то вызов кидать. Посмотрим, подумаем, хорошо? Не будем сейчас резкие какие-то слова говорить. Absolutely, I will enjoy it now this time, and after after this, I decide to fight in the start of summer. So, but I don't want to be much fast. I'll discuss with my team because you know they are professionals. They will say me they will advise me better than me. So. Let's wait until I'm back to my home. Good. Thank you.